Всем огромный привет, с вами Анна. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас с вами будет распаковка Avon по каталогу декабрь. Поэтому, если вы любитель распаковок с компанией Avon, проходите и присоединяйтесь к этому видео. Если вы их не любите, тогда не надо писать злостные комментарии, просто выключите его и посмотрите то видео, которое нравится вам. Итак, у нас заказ по каталогу декабрь. И это у меня уже заказ, ну, как бы второй, но третья коробка. Две коробочки, то есть два заказа я вам уже показывала. Поэтому в этом заказе у нас с вами не будет каких-то подарков. Ну, будут какие-то интересные, я надеюсь, приятные. В общем, ну, в общем, посмотрите за мой заказ. У меня коробка всегда приходит нормально. Как-то один раз у меня было такое, что в пакете сюрпризе у меня пена разлилась, я себе заказывала. В принципе, больше никогда у меня никаких не было казусов. Хотя я знаю, что многие ругают Avon, но мне кажется, это скорее зависит от службы доставки. Я заказываю, получаю на центр Avon. Итак, открываем и смотрим, как у меня тут все выглядит. Выглядит все идеально. Никакие мыши на складах не грызут, как писали мне в прошлых комментариях. Если вдруг вам попался заказ, где мыши погрызли какие-то товары, пишите жалобу в компанию, и компания вам вернет деньги. Не знаю, вот в прошлом видео, когда у нас там были всякие с вами у нас дебаты, какие-то у нас с вами были недопонимания. Это все какой-то, как сказать, в общем, все это решаемо. У меня такого не было. У меня всегда все приходит в идеальном состоянии. Ну, просто в идеальнейшем. Я говорю, вот было-то когда-то, что у меня пена разлилась. Ну, это был мой пакет сюрприз, я его забрала себе. Я его из пакета перелила, собственно, в баночку. Ну, бывает. Итак, у меня здесь, по-моему, новинка. И это шампунь супер увлажнение. Супер увлажнение. Давайте мы попробуем. Я сначала думала, что это у нас переупаковка серии, которая у нас идет с маслом. Но нет, это абсолютно новый шампунь. Хочу посмотреть его консистенцию. Он, я так понимаю, прозрачный. Кстати, консистенция абсолютно прозрачная, как вы можете видеть. Ой, безумно приятно пахнет, очень нежно. Линейка Advanced Techniques вообще пользуется популярностью. И сейчас на эти шампуни очень хорошая цена. У меня два таких шампуня. Это заказала моя подруга, поэтому открыть не можно, можно понюхать и попробовать. И два бальзама. Бальзам также у нас идет с гиалуроновой кислотой, и здесь указано до 8 раз увлажнение для волос и кожи головы без утяжеления. Я бы с удовольствием даже сама так попробовала. Пока что у меня в запасах есть шампунь, но, может быть, закажу, потому что у меня сохнет кожа головы. И вот такой наборчик у нас стоил, по-моему, 499 рублей. Давайте смотрим дальше. Дальше у меня есть в заказе, также у меня заказали, я ничего никому не хожу, ни по каким с каталогами, я делаю рассылку с вами, друзьям и близким, и мне присылают заказ. Это у меня заказали, в общем, моя знакомая работает в бухгалтерии, в большой, кстати, фирме, фирма ее, она сказала, я своим девчонкам показываю всегда твои каталоги, я делаю ей рассылку с смс. И тут выбрали, в общем-то, они хороший, кстати, заказ сделали. Это Attraction Desire для мужчины. Аромат с копченой вишней, такой с амброй, восточный аромат, специевый. По-моему, там есть кардамон. Девчонки, не буду врать и заговариваться. Лучше я поищу ссылку на обзор этих ароматов и вам его скину. Так что ароматы мужские. И это, кстати, туалетная вода. Заказали у меня. Далее. Вот такой у меня заказали наборчик. Точнее, заказали у меня только туалетную воду. И, кстати, смотрите, набор приходит заслюдированный. Мне кажется, что раньше они приходили не заслюдированные. В общем, не знаю. Сейчас покажу следующий набор. Это Blue. Это фужерный аромат. Очень популярный в Avon. Очень классный. Здесь 100 мл. Единственный момент, сейчас там изменили крышки. Раньше крышка, по-моему, была намного презентабельнее. Сейчас как-то упростили, удешевили. И смотрится она, конечно же, подешевле. Но у меня есть любители этого аромата. Дезодорант оставлю себе, потому что те, кто мне заказали, сказали, им дезодорант не надо. Воду, в общем-то, заберу. Дальше. Я очень рада. Мне пришла допоставка. В прошлом заказе мне не пришел вот этот набор. И он, кстати, смотрите, не заслюдированный. Но его можно открыть вот здесь. Он открывается очень просто вот так. Здесь в наборе идет, я не буду все доставать, идет запакованная вода, черное платье классическое Little Black Dress, идет вот такой лосьон Little Black Dress и идет дезодорант. Девчонки и мальчишки, весь этот набор
стоит 1079 рублей, минус у вас будет скидочка. Выходит, ну просто мега бюджетно. И мне кажется, в подарок я предложила одной женщине, она учительница, она у меня постоянно покупает черное платье за любую цену. В последний раз она купила за 1400 рублей один аромат 50 миллилитров. И сейчас 1079 рублей, вот такой наборчик. В общем-то, это допоставка мне идет. В общем, как я в один день разместила заказ 2 декабря, он мне пришел под кодом 5, то есть в следующий раз придет. И потом я размещала заказ буквально 6 или 7 числа, и вот сегодня у нас 9, не знаю, когда выложу видео, может быть завтра, послезавтра. И вот 9 числа он уже у меня, поэтому вот такой вот наборчик. Ну, в общем, как-то так. Пока заказов больше нет, я как-то особо больше не буду предлагать, я всем уже все разослала. Дальше. А дальше у нас была прекрасная цена, всего лишь 349 рублей на тональные основы. Причем тональные основы, которые у нас идут в стекле, и они очень хорошего качества. Произведены они в Польше. У меня заказали три оттенка, причем это Ivory. Одна девушка заказала и один другая девушка. Они постоянно у меня это берут. В общем, три тонального крема. Вы знаете, в конце месяца, может быть, я себе еще заказик оформлю лично, то есть для себя. В этом заказе лично для меня нет ничего, кроме, по-моему, пакетов. Так, дальше у меня заказали тушь. Женщина заказала у меня тушь, и я оставлю вот здесь вам отзыв на эту тушь. Собственно говоря, женщина сказала, что это лучшая тушь в ее жизни. А именно, это вот такая легенда. Legendary Light. Как-то. В общем, легендарная длина, по-моему. Там силиконовая щеточка идет. Я вам все вставлю, вы посмотрите. Прям WhatsApp она мне скинула, что это прекрасная тушь. Так, дальше. У меня постоянные клиентки взяли 10 карандашей. 10 карандашей в оттенке Majestic Plump. К слову сказать, я сама обожаю этот карандаш. Он идет темно-фиолетового цвета. Он не черный, и он очень красиво смотрится. Так. В общем-то, 10 карандашей, и это все для одного человека. 10 карандашей. Так, они по 300 рублей. Или по 200. По 200 рублей. По 200 рублей в распродаже у нас. Если вам интересно, давайте я прям даже все каталоги оставлю под этим видео. Вы можете зайти и посмотреть. Я оставлю вам все каталоги, которые сейчас действуют. Дальше у меня заказали вот такой карандаш. Это Kohl Pencil, в общем, какой-то еще другой карандаш. Intense Brown. Что это такое за карандаш? Я его не помню. Какой-то, в общем, карандаш. В общем, какой-то карандаш. Еще у меня заказали. Ну ладно, хорошо. Карандаш. Если вдруг я что-то накосячила, оставлю себе. Дальше у меня заказали вот такой гель для душа. Это у нас лагуна морская. Морская лагуна с ароматом фруктов и мускуса. Это у нас переупаковочка. Классической, в общем, лагуны. Так, что еще? Еще вот такой набор имбирный пряник, который я не очень люблю, к слову сказать. Ну вот, клиенты его. У меня, кстати, по-моему, второй набор уже такой заказывают. Мне кажется, он стоит 379 рублей. И заказали вот такой лосьон для тела. По каталогу он стоит 400 рублей. Это Eve Confidence. Парфюмированный лосьон. Очень даже не бюджетно. Но люди мне просто скинули заказ. И чтобы им все это разложить красиво, я заказала 5 вот таких пакетов. Они, по-моему, стоят, по-моему, 70 рублей 5 штучек. Вот такого формата. Ну что, вот такой был у меня сегодня заказ. И, конечно же, пользуясь случаем, если вы хотите что-то заказать со скидкой, ссылочку я всегда прикрепляю под видео. Вы можете мне написать. Я вам помогу и подскажу, как зарегистрироваться и как получить свой первый приз сразу с первым заказом. Ну что, всем пока. Спасибо за просмотр.